Трем подозреваемым в убийстве охранника стройплощадки на улице Тополева 1 продлили срок содержания под стражей еще на 60 дней. Сторона защиты подсудимых хлопотала об изменении меры пресечения на домашний арест. Суд им в этом отказал. Родственники же погибшего ходом судебного процесса недовольны. Говорят, заседание переносили уже 4 раза. Нам все время говорили, вот отменяется, за час-полтора отменялись эти судебные заседания. Конечно, мы остались недовольны. В конце августа сын, как признали его потерпевшим, отвез заявление на имя председателя Приморского суда о просьбе о том, чтобы как бы это все уже узаконили, чтобы вынесли какой-то приговор или решались эти вопросы, так как это уголовное дело. Напомню, убийство произошло 16 января этого года. По предварительной информации, подозреваемые попали на строительную площадку с целью кражи медного кабеля. Перед тем, как скрыться с украденными предметами, они до смерти избили охранника.